Ты чё тут пишешь? Пойдем обратно. Никого тут нет. Ты же слышишь? Мотоцикл. Ну, намат какой. Чего ты меня сюда потащил? Мы должны охранять лагерь, а не шататься тут как придурки. Вдруг упокоители? И мы типа вдвоем с ними справимся? Если первыми нападем. Да сейчас. Мы тоже так думали. Я и этот парень, брат Эйк. Пошли в патруль. Вот тут прямо, рядом. Держались в тени. Ночь была, луна светила ярко. А упокоители всегда по ночам вылезали. Сначала мы их услышали. Они уезжали, как фрики. Реально, вот как черти адов. Жуть просто. Мы разглядели четверых. Открыли огонь. Они даже не пытались прятаться от боли. Но пули их не останавливали. Они бежали и бежали. Мой друг уложил одного, достал нож, чтобы его добить. Надо было крикнуть ему, чтобы уходил. Двое других прыгнули прямо на него, и я выстрелил. Выстрелил? Да, я убил его. Они рвали его на куски, как эти чертовы фрики. Я выстрелил, а потом побежал. Короче, к упокоителю можно лезть разве что в гурдом. Как жизнь? Так, гуляю. Здесь что-то есть. Здесь кто-то есть. Здесь кто-нибудь. Есть. Какого? Чего? Здесь что-то есть. Что-нибудь видно? Что? Какого? Ага, привет. Ну, я так гуляю. Эй! Тут что-то есть. Здесь. Что-то есть. Что? Видишь кого-то? Здесь кто-то есть. Я что-то видел. Когда? Ты куда потом? Отоспался, камень? Попробую. Что это было? Это девка новая. Лиза или как ее там? Короче, все время плачет. Первое тут время что-то есть. Нее вообще ну, что-нибудь нашли? Что с ней такое? Ее же водище нашли. Что ты хочешь-то? Месяца не пройдет, и мы ее отсюда выставим. Это был камень. Эй, это еще что? Он весь в себе. Небось и забыл про него. Здесь что-то есть. Но в последнее время затихло.
нее дошло, что ее за ней что? Помогут. Это был камень? Я говорю, я давно ее не видел. Как можно жить бок о бок, которые сами себя режут? Как можно доверять таким тварям? Я... Шиза прав. Эти уроды понимают только язык силы. Кто это? Начнем разводить с ними дипломатию, как в ООН. Они сразу решат, что мы слабаки. Тут что-то есть. Здесь что-то есть. Что за? Привет! Какого? Здесь кто-то есть. Есть. Что-нибудь видишь? Привет. Это был камень. Это что, камень? Похоже, что-то будет. Эй, камень! Я что-то видел. Что случилось? Камень? Стой, что? Камень? Что, камень? Здесь что-то есть. Что это было? Майк, на этих людей не просто напали. Здесь кто-то есть. Их пытали. У Джо шрамы по всей голове, как будто с него хотели счет. Снять скальп. Железный Майк и Шиза. Их раскромсали. Ну, попал. Раскромсали. У нас ушло 3 часа, чтобы собрать их по кускам. Я не хотел, чтобы что-то досталось фрикам. Реймонд. Это Карлос. И ты это знаешь. Надо ударить по ним, иначе они нас... Реймонд! Шиза, хватит! Прекрати уже! Это был камень! Стоп, что? А камень? А после него? Черт, Карлос уже продвигается на Кэмп Роу, на Кэмп Пайонир! Вроде там кто-то был. Есть там кто-нибудь? Есть.
камень? Здесь кто-то есть. Здесь кто-то есть. Кто это был? Это что, камень? Тут что-то есть. Я что-то видел. Здесь кто-то есть. Как дела? Это здесь. Надо только пробраться внутрь. А ты хочешь к ним подкатить? Или так, фантазируешь? Да не, просто любопытно. Я посуду, и тут смотрю, идет Рики, и вся такая сияет. Она вышла из своей хижины, а через 2 секунды оттуда же выходит Эдди. И тоже такая лыбится. Это все не к добру. И почему это? Шиза в нее запал. Эдди? Ты сдурел? Эдди ему башку откусит. На Рики. Да ну. Ну вот. Рики ему не пара, если она вообще мужиками интересуется. Рики молодец. Без нее бы тут все развалилось. Твою ж. Привет, Рики, Эдди. Я уже ухожу, так что если вы меня... Застрелишь. Не, погоди, есть же кодекс, да? В бабу стрелять только в крайнем случае. Вот тебе случай. А, черт, слушайте, я все вам могу объяснить. Глянь, что в сумке.
что, теперь наркотой стакер торгуешь, когда ты привел девочку? Я думала, ты изменился. И явно ошиблась. Нет, у него тут не наркота. Что? Это антибиотики. Бухарю плохо. Заражение крови. Идти мне больше некуда. А как это с ним случилось? Без разницы. Я облажался. Тащи его. Ну, веди его сюда. Нет, так нельзя. Еще как можно. Мне плевать, кто это, и плевать, что скажет Железный Майк. Если человек болен, ему надо помочь. Надо заботиться друг о друге. Мы — это все, что у нас есть. Идем, я тебя подброшу. Куда нам ехать? Помнишь, на въезде в долину был небольшой лагерь? Да, помню. Мобайк? Может, не такой крутой, как у намадов, но ездит. Садись. Пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо. Гнездо Фрик. Как она там? Девчонка, которую я привел, Лиза. А ты меня отведешь к ней? Нет. Не понял, Рики, что за дела? Почему нет? Не могу, ее тут нет. Стоп, я что-то не понял. Куда она делась? Пару дней назад Шиза назначил ее в команду собирателей. Она и еще трое ребят пошли в Кэмп Роук за припасами. Вернулись без нее. Ты хочешь сказать, они бросили ее? Бросили ее водище? Никого они не бросали. Убежала она. Господи! А дальше кто знает? Волки, фрики, упокоители. Выбирай на вкус. Чем Шиза думал? Нахрена он послал ее за припасами? Все должны работать. Так у нас заведено, и ты это знаешь. Просто не верится. В Мэрион Форкс, где я ее нашел, она продержалась несколько лет. Да, может, не надо было ее оттуда забирать? Кто здесь? А ну, вали, пока я тебе башку не отстрелил. Это я. Стой! Эй. Эй, привет, я Рики. Ты меня помнишь? Я год назад вместе с вами была. Рики. Да. В Тумуа? Да. Это между Тумуа и Lost Lake? Да. Да. Подожди. Ты вспомнил, как себя чувствуешь? Бухарь, ничего? Да, зашибись. И все равно ты не имел никакого права нас грабить. Прикалываешься? Ты его руку видела? Что мне было делать? Ну, не знаю. Попросить по-хорошему. Господи, тоже мне грозные байкеры. Самые крутые намады на все одище. И вот приползли на брюхе к Майку. А, стоп! Если вас впустят. Короче, ведем пока его к Эдди. Пошли. Давай, встаем. Руки убери. Рики. Ну да, Рики. Стоп, а мы вообще куда? Эдди сказала, она посмотрит твою руку. Попробует тебя подлечить. Какой лагерь? Нахрен мне это надо? Да и... Это всего на несколько дней. Она даст тебе какие-нибудь лекарства, и потом... Нет, сам знаешь, что там за жизнь. Да ты все перепутал. Это не Hot Springs, это Lost Lake. Железный Майк, помнишь его? Железный Майк? Он хотел нас убить. Ты сказал,
Это было давно! Они отстроились! Теперь там больше народу! И все они там подохнут. К тому времени нас уже там не будет. Там единственный врач на всю округу! Эдди, она тебе поможет! Только на пару дней. А потом уедем отсюда к черту. На север. Как ты сказал, надо убраться отсюда подальше. Да! Да, поедем на север. Оставим все это в прошлом. Классе, когда... Понимаешь, я работал в колледже Чемулта. Ну, в общем, мне бы лучше вернуться к пациенту. За ним присмотр нужен. Че, слилась? Да, ты сечешь. А сколько это? Ну, в смысле, сколько его лечить? В смысле, надолго ли ты застрял? У нас есть антибиотики, но их мало. Если Майк вас оставит, у твоего друга есть шанс.